Сельхозпроизводители и рестораторы обсудили, как сохранить свежесть продуктов и не допустить роста цен на товары местных фермерских хозяйств. Конференция «Свежая сельхозпродукция. Новые возможности сбыта», организованная компанией МКР Медиа и холдингом «Росагромаркет», прошла в экспоцентре в рамках выставки «Интерфуд Сайберия». На ней представили проект оптово-распределительного центра, который в следующем году начнет работать под Новосибирском. Чистая картошка почти без глазков, внушительных размеров луковицы, блестящие баклажаны, свежие сыры, душистый мед. Для выставки в экспоцентре сибирские фермеры отобрали лучшие образцы урожая, мяса и молока. Но нередко эти идеальные по форме овощи до прилавков, рынков и магазинов попросту не доходят. Мелкие предприниматели зачастую не имеют возможности построить овощехранилище и закупить технику для предпродажной подготовки продуктов. Проблема личных подсобных хозяйств и крестьянское фермерское хозяйство – это как раз вот вопрос организации сбыта, эффективного, то есть минуя посредников, минуя перекупщиков, да, как их принято называть, выход на рынок. Да. Но зачастую крестьянское фермерское хозяйство и руководители их не готовы тратить свое личное время. Торговые павильоны, мультитемпературные склады и овощехранилища. Это проект крупного оптово-распределительного центра. Такие холдинг «Росагромаркет» планирует открыть во многих российских регионах. Первый должен заработать в Новосибирске до конца следующего года. Под одной крышей будут хранить, упаковывать, покупать и продавать продукцию сибирских сельхозпроизводителей оптовые закупщики. Рыбу, мясо, овощи и фрукты, молоко и сыр. Услуги центра будут доступны даже небольшим крестьянским хозяйствам. Новосибирск и окрестности, то есть радиус где-то 700 километров, охватывает до 12 миллионов человек населения. Соответственно, Новосибирск является изначально правильной логистической точкой расположения такого оптово-распределительного центра. Помимо сельхозпроизводителей, клиентами ОРЦ, конечно же, будут местные сети, ресторанный, гостиничный бизнес, логистические и транспортные компании. Как сохранить качество урожая и доставить покупателю? Центральный вопрос, который обсуждают на конференции «Свежая сельхозпродукция. Новые возможности сбыта» производители, рестораторы, представители торговых сетей. Рестораны и магазины как никогда заинтересованы именно в местных фермерских продуктах. Мода, которая в ближайшие годы не изменится – блюда из местных и сезонных ингредиентов. Артем Шершнев, Максим Федосеев. Новости здесь, Новосибирск.